Приветствую всех, кто смотрит. Продолжаем Gold Rush день за днем на харде. У нас сезон 8, день 14, 7 дней до осени. Счетчик подправился. Золотишко уже 620 унций с половиной. Продолжим рыть. Рыть опять же буду, наверное, на ускорение. Промывку ковриков вырежу. Да и саундтреки особо разнообразием отличаться не будут, но и в игре они особо разнообразием не отличаются. Ну ладно. Поехали, пожалуй. Thank you.
Итак, время уже 20:00. Пора очищать то, что накопали. Ну, перематывать даже не пришлось, потому что только двойную промывку нарыл. Но обработка края — процесс не быстрый. Ковш упирается, застревает, экскаватор много катается. Слой очень тонкий. Но что же делать? Это все равно выбирать. Потому что здесь как раз край жилы идет по самому краю. Подумывал наверх туда залезть. Так, хватит, пожалуй, гонять нашу тарантайку. Так, сколько тут? 33%. Ну, можно эту машину добить. Бочку пнул по дороге. Ну ладно, никуда не спешим. Наверное, весь карьер наш. Чужому дяде не отстегиваем. Придется побегать, попрыгать. 4 комплекта ковриков. Квадраты несколько раз меняют цвет, но они по периметру просчитывают, по площади. Идет просчет. То есть копнул немножко. Площадь поверхности. Концентрация изменилась на площади поверхности, и квадрат поменял цвет. Ну, здесь и так ясно, что чуть ниже жила идет. По карте смотрели. Жилу выберу подчистую. Застревает. Нам бочку надо будет подтащить. Катил ее черти куда. Процентов кузов повезли. Лампочку шип, бочку шип. Бывает. Это уже будет запас на следующий день. Сегодня прогонять не будем. И 3 часа осталось на все про все. Тут один раз улетал за кадром. Тут давно уже. Чистим.
Дайте. Доводочную. Так, генераторы залить. Так кончится в самый неподходящий момент. Топливо. 87%. Заводим и погнали. Не будем терять время. Посмотрим, сколько будет с этого. Пока лучше не ставить. Туда лезть придется. Не отвлекаться, а то забуду, что делал. Опять что-нибудь не поставлю. Тем временем золото растет в цене. Ближе к лету, к середине. Осадочные очищены. Верху снять. Верхний желоб готов. Так, мимо. Хотел сверху напрыгнуть. И оттуда еще комплект ковриков скинуть. Ну ладно. Успеется.
Ведро главное не забыть. Самый верхний не достаю с отсадочной машины. На место можно разложить. Еще комплект. Ну, тут уже можно оставлять, пусть работает, механик справится. Три комплекта больше не войдет в одно ведро. Так, и еще комплект остался. Побегаем. Ведра не забыть поставить. Без ускорения-то голова закружится, но ускорение сливается воедино. Ведра на место. Все. Остатки.
Есть 700 унций. А, все. Закончили промывку. 721 унция. Неплохо. Еще почти два ведра магнетита. Тут одно стоит полное. И тут уже 84%. Перезаряжено. Глянуть там, почем там золото. И никто ли не прокачался? Так. Так, 100%. 84 запасной, 95 основной, 70 докачался запасной, 5000, пожалуйста. Ожидающих две штуки. Запаришься листать. На 10 участков хватит. Так, на отсадку и на самосвал. Так, золотишко. Немножко падает, 1264. Но в целом растет. Днем больше всего, вечером падает. Вот 1300, не знаю, не будет, наверное, но как перевалит за 1280, можно будет продавать. Слитков нет. Так, ну ладно, полчасика есть, пороем. Дождемся таблички финальной. Здесь ближе не ставлю, потому что нет места для маневра ковшом. Кузов упирается. Тогда хотел подтащить бочку, но это потом. Уже в процессе. До дна. Да, черпать сверху вниз удобнее. Снизу вверх больше просыпешь. Вот, уперся, блин. И тут упирается. Так, 23.40.
Ну и последний ковш на сегодня, наверное. Как раз начнем с запуска следующий день. Да еще можно, потому что здесь расстояние больше, пока доедешь, можно больше 70% кидать. Он как раз успевает. Ну вот. Блин, заправиться бы. 23.58. Но бочку не достанет. И день окончен. Так, 20620 зарплаты, 943 кубометра переработано, 100 унций с двойной промывки. То есть частично еще какая-то часть шлака шла по самому краешку. Ну ладно, а на этом пока закончим. Всего хорошего, всем пока.